Карагандинцы становятся все более нетерпимыми к проявлениям воровства и насилия и помогают полиции пресекать преступления. Начальник департамента внутренних дел Карагандинской области Мергенбай Жапаров вручил благодарственные письма двум школьникам, которые помогли полицейским задержать педофила. Это случилось 9 апреля. Два 15-летних ученика 65-й и 54-й средних школ Андрей Перков и Акан Диданов на пустыре в 13-м микрорайоне заметили полуобнаженного мужчину, который совершал половой акт с девочкой. Увидев подростков, он попытался скрыться, но юноши повели себя как заправские сыщики. Они вызвали полицию, оббегавшего подозреваемого, что называется, вели, пока не подоспела помощь. Приехавшая опергруппа задержала 30-летнего маньяка. В этот же день отец 11-летней девочки и ученицы 5 класса написал заявление в полицию. Задержанный находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Ну, молодец, Андрей. Вырастешь, мы и возьмем тебе органы внутренних дел. Понял? Из Республики Казахстан.